Министерство юстиции совместно с Казпочтой запустили сервис по автоматическому снятию запрета на выезд. Оплатить задолженность можно через кассовые отделения Казпочты в аэропортах и общественных местах, через терминалы на сайте Казпочты и при помощи мобильного приложения PostKZ. Для этого гражданам необходимы индивидуальный идентификационный номер и средства для оплаты. Сервисом могут воспользоваться исключительно физические лица, которым выставлен запрет на выезд после 1 июля 2015 года. Услуга недоступна для тех граждан, у кого долги по периодическим взысканиям и требования неимущественного характера. Это алименты, возмещение вреда, выселение и другие.